Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я приглашаю вас собраться вместе со мной. Мы едем в очень красивое место на обед с друзьями. И я хочу показать вам, что я буду использовать. Самый мой любимый, один из любимейших ароматов. Честно скажу, у меня три, наверное, селективных аромата. Это кильян. By Kilian, запрещенные игры. Обожаю его, осталась всего половинка. И остальные ароматы — это Artisan Parfumeur. Parfumeur, да. И еще есть Jo Malone. Вот. Ну, вот этот аромат, я его обожаю. Если нужно было бы оставить, например, два или один аромат, я, скорее всего, оставила бы его. Очень хочу попробовать, потестировать другие ароматы от Kilian. Напишите, какие вам нравятся. Моя любимая помада Clinique, красная. Несмотря на маски, мне все-таки хочется надеть помаду. И номер 3. Ruby Pop. Вот. Если кому-то захочется купить, я не знаю, в продаже она или нет, посмотрите, потестите, возможно, еще есть. Очень приятная, немножко подсушивает губы, так как она не глянцевая, а достаточно матовая. И любимый красный карандаш от MAC. Все ссылки оставлю в инфобоксе. Такая прическа у меня получилась. Сейчас я отращиваю волосы. Хочу отрастить где-то вот так до плеч. У меня еще осталось мелирование, а это мой натуральный цвет волос. И такие локоны, беспорядочные, так я их называю, я делаю плойкой. Так что вот такой незатейливая прическа, но в то же время она сейчас достаточно современная, в тренде и мне нравится. Сережки — это Зара. Почему Зара? Потому что Саша купил мне их на каникулах. Я думаю, тот, кто смотрел влоги, знает, что ребенок мне купил серьги, в то время как папа покупал и выбирал платье. Платье сейчас померяем. Красная помада, макияж и будем одеваться. Я решила достать мои туфельки свадебные. Так захотелось. Вспомнилось, думаю, нужно дать им немного воздуха, прогуляться. Так что поедут со мной. И также я возьму мой клатч от Christian Lacroix, который можно превратить в сумочку, если захотеть. Из украшений у меня также будет браслет и кольцо от Michael Kors. Муж купил мне вот такое платье от марки бренда Zara. Понравилось оно ему. Редко мы заходим в Zara, но вот в Каннах забежали. И это платье рубашка. Вот с таким поясом. Честно скажу, я его еще даже не мерила. Мы взяли в размере M. Да, в размере M. Вот такой достаточно плотный материал. И посмотрим, как я могу его вообще, если оно мне подойдет или не подойдет. Показать всегда под платье. Ну, мне вообще нравится. И суроп по-французски называется. Это такие комбинашки. Марка Дарджилинг, французская известная. И вот такие вот они трикотажные. Не трикотажные, а как стретч. Вот. Очень классные. Я их подо все. Во-первых, платье не просвечивает, и оно как бы тебе поддерживает, наверное, всю фигуру. Ты более собранная, и платье смотрится, платье, рубашки, все смотрится. Здесь у меня какой-то волос. Осень. Волосы лезут. Смотрится очень красиво. Лучше намного. Видите, она вот такая стретч, и как бы утягивает, подтягивает все, что можно подтянуть.
благодатью. On était étonnés. C'est bientôt à nous, hein, avec et puis à bientôt en CP. Bah oui, moi je crois que l'alcool c'était de là ici. Moi j'aime beaucoup le parcours. Il savait pas ce que tu avais commandé. Vous arrivez à les attraper.